Музей Белорусского Полесья – один из старейших в Республике Беларусь. Его открыли для многочисленных посетителей 1 июля 1924 года. Охват его деятельности – Пинское Полесье. Самые древние и уникальные коллекции были собраны в этом регионе. Учреждение расположено в здании бывшего коллегиума иезуитов и имеет статус памятника истории и культуры. В будущем, в 2024 году, отметит вековой юбилей. Иезуитский коллегиум в Пинске – визитная карточка города на Пине. Но трехэтажное здание на берегу реки – это только часть целого ансамбля иезуитского монастыря, построенного в 1631-1675 годах на средства Альбрехта Радзивилла. Местом возведения выбрали знаковое место – на главной площади на живописном берегу реки. Заведение давало образование духовное и светское и считалось одним из лучших в Европе. Основная и первостепенная функция Пинского коллегиума – обучение. Подземелье коллегиума иезуитов – самое таинственное и загадочное место древнего памятника архитектуры. Зданию без малого 400 лет. Здесь говорит сама история. Подземными ходами был пронизан в древности весь центр города. Ими были связаны между собой все культовые сооружения. Подвал был отправной точкой. Наш коллегиум строился прежде всего как образовательный центр. Но когда вы увидите толщину стен, мощь этих перекрытий, то вы поймете, что это строилось как и оборонительное такое здание, крепость оборонительная. И самое главное, самая укрепленная его часть – это подземные ходы. Ходы вот с этого места ведут во все стороны города Пинска. Вот первый подземный ход мы с вами видим. Видите, он присыпан. Первый подземный ход – он нас выводит на улицу Ленина. Хода было три. Эти туннели также вели в замок князей Вишневецких и даже в Лещинский монастырь. Ныне это храм Рождества Пресвятой Богородицы. У подземных ходов большой протяженности было и стратегическое назначение. Например, по ним можно было пройти в костел Святого Станислава, спастись в случае осады города или войны. Постоянно, когда к нам приходят знатоки города Пинска, они стараются нам рассказать легенду. То есть, что существовал подземный ход, который вел в район городища. В чем сложность этого подземного хода и в чем эта легенда у нас иногда вызывает улыбку? Потому что надо было подземному ходу пройти под речкой. Вот эта наша местность, она очень болотистая. И, например, я не совсем представляю, как под рекой можно было провести подземный ход. Музей Белорусского Полесья в Пинске уникален не только по своему архитектурному решению. В 2024 году музею исполняется 100 лет. К слову, он мог появиться в городе над Пиной еще в 1910 году, когда Пинск находился в составе Российской империи. Но, увы, не случилось. Местные энтузиасты не смогли доказать целесообразность его создания. И только 17 октября 1924 года на заседании краеведческого общества решили создать Полесский музей. Главная задача. Иначе на то время сбор музейных коллекций. Шло время, учреждение культуры развивалось. В послевоенное время, в 1946 году, общее количество экспонатов достигло 8 тысяч единиц. На следующий год увеличилось до 19 тысяч. Затем каждый год возрастало на 1002. В этом зале экспозиционном находятся экспонаты, которые представляют огромный интерес с точки зрения своей уникальности. Это, наверное, один из самых главных залов нашей музейной экспозиции, потому что здесь собрана практически вся история нашего города Пинска. За исключением, естественно, 20 века, это уже, будем говорить, современное время, но это в других залах нашей экспозиции музейной мы сможем это увидеть. В 1955 году по инициативе сотрудника музея Баяна Миролюбова организовали первые раскопки на городище Древнего Пинска. В их результате в фонды музея поступило более 4000 единиц хранения. Среди них уникальная коллекция керамических плиток 7 века, обломок амфоры того же времени, вислая печать князя Изяслава Ярославича 11 века и другие предметы.
Уникальный экспонат нашей музейной экспозиции – это саркофаг из розового сланца, или его еще называют этот материал, из которого изготовлена эта гробница, шифер. Шифер не в том понимании, которое у нас возникает сразу в представлении, что это строительный материал, которым кроют крыши. Нет, это шифер или, как я уже сказала, розовый сланец, который добывали в овруческих карьерах, ныне это Житомирская область. Из этого материала изготавливали не только саркофаги, но и хозяйственный инвентарь. Этот саркофаг был в сложенном виде, то есть его стенки были разобраны. Поэтому говорить о том, что он что-то там, кто-то там был в нем или нет, ну, сейчас мы не можем этого сказать. Нет каких-то достаточно официальных таких сведений. Его нашли в культовом сооружении, при них часто делали ритуальные предметы. По одной из версий, этот экспонат и есть заготовка гробницы, но официальных подтверждений данному факту нет. Здесь у нас представлено гончарство, предметы ткачества, плетения, рыболовство, пчеловодство, кузнечное ремесло представлено. Очень интересный зал. Здесь вообще представлен крестьянский быт. Это, ну, наверное, может быть, даже касается очень многих жителей нашего Полесского региона, потому что, естественно, те, кто посещает музей, как-то каким-то образом, наверное, связан, может быть, в большинстве своем с сельской местностью. Почетное место в музее отведено единственному в Беларуси деревянному велосипеду, который до сих пор на ходу. Его приобрели у жителя Лунинецкого района Василия Ильючика. Ремесленник сам изготовил его по чертежам из журнала. Многие народные промыслы, существовавшие в Беларуси веками, живут в этих залах. И сегодня народные традиции, полесская история не заимствованы, тем и ценны. В музее Белорусского Полесья можно прикоснуться к самобытной культуре и перенестись в седую историю. В этом зале представлена одна из старейших коллекций нашего музея, которая частично начала у нас формироваться еще до войны. И сейчас у нас представлена практически, наверное, вся фауна нашего Полесского региона. Здесь собраны птицы, животные, которые практически все занесены в Красную книгу. Сегодня музей Белорусского Полесья насчитывает 8 экспозиций. В музее более 95 тысяч подлинников, то есть видно сразу, как развивалась не только пинщина, а вообще все Среднее Полесье. Это пинщина, гомельщина, южные районы Минской области, Украина. То есть здесь собраны уникальные экспонаты, которых даже как была сделана приятная такая отметка, начальник управления культуры сказал, что даже в Белорусской пуще можно не увидеть таких экспонатов, что касается природы Белорусского Полесья. Вообще мы гордимся, что наши сотрудники уделяют пристальное внимание по сохранению, по выставке экспозиций временных. Ведь не всегда все можно показать. Помещения музея на сегодняшний день не владеют такими объемами, чтобы выставить полностью все то, что есть у нас в хранилищах. Экспозиционный фонд музея Белорусского Полесья занимает второе место по значимости экспонатов в республике. И на них стоит посмотреть.